На улице Спортивной у дома номер 8 прошел праздник двора на детской площадке, построенной по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». На мероприятии присутствовали депутаты Горсовета Михаил Шульга и Надежда Еремина, чтобы обсудить в теплой обстановке накопившиеся вопросы, которые касаются благоустройства. Сегодня у нас праздник двора, и мы видим, сколько на этом празднике детей, взрослых. Праздник, он всегда объединяет. Это весело, это игры, аттракционы. Будут сегодня и сладкие подарки. Ребят очень много. Народные избранники ответили на вопросы жителей микрорайона. А дети от души порадовались празднику, с удовольствием приняли участие в играх, предложенных аниматорами.